Камера видеонаблюдения зафиксировала момент похищения грудного ребенка из педиатрического отделения Ивано-Матрёнинской больницы. Это произошло в 17:00 на стыке смен. Врачи сразу обратились в полицию. По тревоге был поднят весь личный состав. Известно, что ребенка похитила женщина, личность которой устанавливается, имеется свидетели. Кроме того, составлен фоторобот. А также сейчас анализируется следователями запись с камер видеонаблюдения. Матвей Березняков находился на лечении в больнице с самого рождения. Его мать, склонная к употреблению наркотиков, отказалась от него. Уже были подготовлены документы к переводу мальчика в приют. В настоящее время установлена его мать, однако мать фактически отказалась от его воспитания. То есть, ну, по сути, ребенок уже отказник, ребенок будущий воспитанник приюта или детского дома. Поэтому какой-то полноценной семьи у него не было с самого рождения. Как сообщают врачи, все это время малыша никто не навещал. По версии следователей, похищение было заранее спланировано. Проводится внутреннее служебное расследование, проверка всех причастных лиц и ужесточены меры пропуска детей в больницу, детей и родителей. То есть режим будет ужесточен однозначно. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Семен Круть всю информацию о ситуации направил Павлу Астахову. Мы держим ситуацию под контролем. Об этом случае мне доложили еще вчера. Уже вечером я знал об этом случае. Надеемся, что все-таки органы внутренних дел, я сегодня с ними тоже общался, примут все меры для того, чтобы разыскать этого ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Подозреваемый грозит до 15 лет лишения свободы. Однако в случае добровольного освобождения похищенного, похититель освобождается от уголовной ответственности. Всех, кто знает какую-либо информацию о ребенке, просьба обращаться в ближайшие отделы полиции. Раиса Силина, Константин Синицын, «Новости сейчас».